Сегодня вторник, 23 июня. У меня возникла такая мысль. У нас каждый день очень красивые закаты. И я вот решила каждый вечер снимать закат, какой у нас красивый, и в конце недели выложить прям все подряд закаты в течение недели. Называю специально число. Вот сегодня такой красивый закат. У нас, правда, вот как солнце садится, дом загораживает. Но зато облака, смотрите, какие они завораживают, просто облака. Сейчас пойду попробую еще с того балкона снять, чтобы еще было добавок. И буду снимать так каждый день, а потом вам покажу эту красоту. Так выглядит небо с другого балкона. Постараюсь снимать в одно и то же время. Даже если будет затянуто облаками, для сравнения, буду снимать. Я думаю, что кому-нибудь это будет интересно. Вот это вот с другого балкона вид. Тоже очень красиво. Смотрите, какое облако красивое. Вот. Сегодня 24 июня, 21:00. Вот нашу электричку видно, как и обещала. Снимаю закат. Такая электричка у нас тут идет. Вот, сегодня небо чистое, но солнышко чуть-чуть садится в облака. Небо чистое, видите, прям чистое-чистое небо. Вот, сейчас пойду еще с другого балкона сниму. Покажу, что у нас там. С этой стороны солнышко вообще не видно. Вот. Вчера вот облака были и хорошо подсвечивало. Сегодня облаков нет, небо чистое. Вот и поэтому просто чистое небо. И вот там за домом солнце садится. Вот такой закат у нас сегодня, 24 июня. Сегодня 25 июня, 9 часов вечера. Вот такая у нас погода. Солнышко вообще не видно. Вот электричек только видно. Спартак. Вот там за домом чуть-чуть видно розовое небо. А так идет дождь. Так что кардинально поменялась погода. Вот там тоже какое-то просветление, но в основном все затянуто облаками. С другого балкона это выглядит вот так. Видите, немножко все-таки там какие-то просветления есть. Но солнышко не видно, оно только чуть-чуть подсвечивает. Видите, дождь капает. Целый день был сильный ветер и обещали дождь. Мы думали, днем пройдет, но вот он только пошел. Так что днем было более-менее нормально. Так что вот такой сегодня закат. Сегодня четверг, 25 июня. Сегодня 26 июня, пятница, 9 часов вечера, 21:00. И вот сразу смотрите, какой месяц видно. Вот что значит чистое небо. Хотя вот если посмотреть на Строгино, туда вот вдаль, там какой-то вот марево стоит. А так небо чистое. Вот. Даже вот месяц видно. Вот. Сейчас пойду на другой балкон. С другой точки вот такой у нас закат. Но за счет того, что марево такой на горизонте, видно только отсвет заходящего солнца. Вот видите, там все в мареве в таком, хотя сегодня ни дождя, ничего не было, но я так думаю, что это после вчерашнего дождя влажность такая еще сохраняется. Вот, а так небо чистое, лучистое. Надеюсь, что завтра будет хорошая погода.
Так, добрый вечер. Сегодня 27 июня, суббота. Смотрите, какие у нас красивые облака. Я думала, опять будет просто марево, но на самом деле нет. Смотрите, как красиво. Вот с кухонного балкона показываю. Там вот, да, на горизонте марево. Вот, потом я вам покажу. Вот, сейчас сниму все и пойду смотреть фильм «Дуэнья». Начался по каналу «Культура». Одна там, Васильева что стоит. Ну и Муравьев, и Леонов, и Зельдин. Все хороши. Других просто не помню. Вот смотрите, птички сидят на проводах. Это эти скворцы. Скворцы. Вот. Так что вот такая красота. Все, иду на другой балкон. А вот с этого балкона скорее идет такое марево на горизонте. И то оно, смотрите, там вот облака. Такое ощущение, что там дальше чего-то есть. Там или лес какой-то, или горы. Но вот не просто ровные, а вот там тоже с какими-то вот... Сейчас поближе сделаю. Вот, видите, как красиво. Это вот на горизонте. Вот такой у нас сегодня закат. Еще раз напоминаю, сегодня 27 июня, суббота. Осталось мне снять воскресенье и понедельник. 7 дней, и во вторник я выложу это видео с недельными закатами. Самой даже интересно, что получится. Вот смотрите, я что увидела. Смотрите, как интересно. Ой. Здорово, да? Хорошо, я увидела. Видно, солнце все-таки село за тучку и прям вот подсвечивается, как будто там вот оттуда корона. Вот такую красоту я вам показываю. И вот наша МЦД. Поближе покажу вам. Вот МЦД наш. Все, поехал в Москву. Все, до завтра. Не могу не показать вам продолжение закатного неба. Облака стали розовыми. И прям вот мне захотелось еще добавочку такую сделать к сегодняшнему видео. И там более четко стали видны вот такие облака. Так что вот небольшая такая красивая добавочка. Мне очень нравится такое сочетание голубого неба с розовым. Очень красиво. Так, всем добрый вечер. Сегодня 27 июня, воскресенье. Сегодня начинаю снимать чуть раньше, иначе солнышко совсем не видно будет. Вот из-за дома оно выглядывает. Вот так вот отражается на проводах. Так освещает тучки. Сейчас пойду еще здесь покажу. Пойду покажу вам с другого балкона. Там его получше видно. Я просто на 15 минут пораньше стала снимать. Побоялась, что потом вообще его не видно будет. И в то же время, вот смотрите, уже месяц виден. Вот такая у нас сегодня картинка с одного балкона. Сейчас пойду на другой. Вот здесь солнышко видно получше. Видите, оно еще не совсем село. Его видно. Я специально вышла пораньше. Вот. И вот такой контраст облака. Вот. Но все равно вот отсвечивается в окнах еще солнце. Поэтому я вот решила сегодня на 15 минут пораньше. А то через 15 минут вообще ничего не видно будет. Вот. Сегодня 27 июня, без 15:09. Полчаса прошло, небольшая добавочка к сегодняшнему закату. Ну, очень красиво, не могла не показать.
добрый вечер. Сегодня 29 июня. Кусочек электрички вам показала. Сегодня понедельник. Сегодня я заканчиваю недельный марафон закатов. Сегодня опять чуть пораньше вышла, еще 9 часов нету, только без 15. Но если я в 9, я уже как говорила, если в 9 часов, то солнце зайдет за дом, его вообще не видно будет. Ну вот даже камера не берет, на солнце настолько яркое, что оно не снимается как круг. На самом деле оно прям кругленькое, это как шарик золотой. И вокруг него вот такие облака. Вот здесь смотрите, здесь чисто. Так, чуть-чуть. А все облака около солнца. Такое ощущение, как будто от него идет дым. Смотрите, вот туда наверх. Вот. Да, это не одним днем упаковать. И пойду сейчас я на тот балкон. И с другого балкона начну от алых парусов. В сторону солнышка. Вот его еще немножко видно. И вот этот вот, как сказать, даже не знаю, дым, пар. Вот так вот над ним. От него отходит, и все меньше и меньше. Говорю, как будто вот от него дым расходится, как от костра. То есть концентрация с дальностью уменьшается. Какие я умные слова говорю. Ну, посмотрим, что будет через полчаса. Как показала практика, в течение получаса могут краски поменяться. Поэтому попробую еще через полчаса снять заключительное видео и буду уже монтировать. Мне самой очень интересно, что получится. То есть такая задумка у меня первый раз. Так что с вами будем экспериментировать. Я была права. Смотрите. Прошло полчаса, и все поменялось. Такие завихрения, как будто огненные. Даже не знаю, какие стать. Золотые. Вот такие завихрения. Покажу вам напоследок. На этом я, наверное, вот тут смотрите, как поближе покажу. На этом я заканчиваю свой марафон. Вот. Завтра, наверное, ну, выложу, конечно, буду монтировать, выложу. Завтра выложу. Пишите, понравилось, не понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь, заходите на мой канал. Смотрите такую красоту. Не могу остановиться, еще чуть-чуть. Смотрите, месяц уже в половинку превратился. И вот солнышко в алых парусах отражается. Вот еще чуть-чуть. И на этом все. Всем пока-пока.